Мы продолжаем выпуск. Республиканская акция «Требуй чек, выиграй приз» продолжается. Большую активность проявили жители Сырдаринского района. Сырдаринского района Жадырак Кинжебек Кызы уже была обладателем поощрительного приза акции, а на этот раз намерена получить смартфон. С момента старта акции Жадыра зарегистрировала в приложении более 50 фискальных чеков. В этом году через программу Вайпон отправляла чеки и выиграла чайник фирмы Тефаль. Теперь вот опять участвую и надеюсь, что смогу выиграть смартфон. В этом году акция проводится в третий раз. Для участия необходимо зарегистрировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении Тандау. По условиям акции время выдачи чека должно быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено. За 100 дней разыгрываем 100 смартфонов. Участвовать в акции может любой гражданин страны, достигший 18-летия. Главная цель акции – повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов, как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение теневой экономики. Победители акции и счастливые обладатели 100 смартфонов определяются методом случайного отбора. Алина Паражан, Аида Мухтар, Талгат Сыдыков, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.